Здравствуйте, сейчас я вам хочу показать проигрыватель Dual 1218. Вот это полный автомат, роликовый проигрыватель. Сейчас я к нему купил уже новую иглу, вставку Shure N91ED. Вот я ее поставил, вот такая вставочка. Эллиптическая. Сейчас я вам продемонстрирую. Это вот такая конструкция. Вот она может сдвигаться, ездить. Вот так вот. Если у вас пластинка уже стоит, то вы можете, в принципе, оперировать. Тут всего нужно один рычаг. Старт-стоп. Но это диаметр пластинки выставляется. Сейчас мы для удобства это все дело конструкцию снимем. Вот так вот. И послушаем, как он работает. Играть он будет сейчас у нас с ресивером Kenwood BU60 69-го года, кстати говоря. Итак, поехали. Старт. Громкость у нас стоит, все в нулях. Слушаем. Акустика у нас GVC, что и в прошлом показе была. Вот она, я сейчас гриль сниму, характерные звуки. Вот она, черненькая, в серединке стоит. Так что будем продолжать ее слушать дальше. Thank you.
Ну, сейчас мы продемонстрируем, как она поднимается, и потом сама будет сниматься. Сейчас мы переместим ее поближе к концу пластинки. Вот, двигатель отключился, диск останавливается довольно-таки долго, он массивный, большой, вот вы увидели его работу. Спасибо вам за просмотр, до свидания.